Как убрать с площади просенки на автомобиле и привести в порядок автобусную остановку? Эти и другие вопросы сегодня на традиционной встрече ветераны Северодвинска задали депутатам городского совета по своему округу. Два раза в году ягринские ветераны предприятий города собираются вместе отметить юбиляров и просто увидеть друг друга. Такие встречи организуют городские депутаты, а потому есть возможность задать ряд вопросов народным избранникам. В этот раз речь шла о главной ягринской площади имени Просянкина. Из-за отсутствия парковочных мест вблизи предприятия «Звездочка» сотрудники завода оставляют свои машины именно здесь. Масса машин. Значит, идет, когда вот плохая погода, снег, все заметает. Здесь не пройти, не проехать. Снегу в колено, ее не чистят. А здесь ограничение движения, это точно. Вот первое, если мы движение ограничим. Второй вопрос, я уже обратился к мэру. Вот здесь, на этой же площади, есть автобусная остановка на Нахима. Она же тоже в таком безобразном состоянии. Варианты решения, безусловно, здесь есть. Но их нужно, конечно же, и проговорить и с нашими жителями, с нашими избирателями, с руководством города, для того, чтобы это было приемлемое решение. Обижать автовладельцев, конечно, тоже бы не хотелось. И очень бы не хотелось, чтобы эти автомобили в итоге потом оказались во дворах, на газонах. Депутаты от первого округа Алексей Новиков и Алексей Кукушкин уже завтра включат этот вопрос в список остальных на встрече с главой города Михаилом Гмериным. А сегодня встреча продолжилась поздравлением юбиляров. Сегодня в зале НТЦ «Звездочка» собралось 60 человек. Это те, кто строил город и помогал наладить быт жителей Северодвинска. Сегодня мы пригласили на встречу ветеранов различных предприятий, которые живут сегодня здесь, в нашем микрорайоне. Это предприятия городской сферы, организации обслуживания, многие из которых, к сожалению, сегодня уже и не существуют. Для нас, для депутатов, это очень важный момент общения с нашими избирателями. Есть, например, вот «Звездочка», тут проблем нет. Они постоянно своих ветеранов собирают. А вот городские ветераны, которые предприятия не стало, их как бы... И вот мы стараемся совместно совет ветеранов города, они составили список, и мы стараемся где-то там наборы какие-то, где-то встретиться. Такие встречи нас, как вам сказать, подряд. Во-первых, с людьми мы встречаемся, с теми, с которыми уже знакомы давно, понимаете? И где бы мы еще встретились? Вот так вот, вместе. Где? А так нас это сплачивает. Светлана Михайловна многие годы проработала кладовщиком в воинской части на острове Ягры. Приходит на каждую такую встречу. А к самим депутатам иногда и на прием. Последний раз по ее просьбе помогли отремонтировать подъезд в одном из домов на Яграх. Следующую такую торжественную встречу Алексей Новиков и Алексей Кукушкин организуют для ветеранов уже в марте на Международный женский день.